Ну, надо было тушь завязывать. А ты нырнул, что ли, или что нас летел-то? А Диана, ты видишь? Ну, плыви. Около вот. Не около. Не около, но на уровне. Не, ну если ты дашь правее, ты ее ближе к делу увидишь. Короче, Макс, рули на лодку, там увидишь. Да. Я надеюсь, это единственное, что вы потеряли. Она пропитывается водой и падает. Все, Макс, забей. А, не, вон она. Слушай, ему оттуда виднее. Не надо ему командовать. Что, те вроде все собрались уже там, стоят, ждут Макса. Короче, ее рыбаки поймали и повязали себе. Он ее не видит, похоже, он оглядывается. Походу, дело, она промокла и утонула. Он спрашивает, где, а Иван кричит, где-то здесь. Спасение рядового бандана. Походу, дел не нашел. Сейчас все по 30
слип. От Юлисти до Что на Макс? Я люблю потому что камень. А ты же спереди Макс сзади едет. Не, ну просто вкусно не было. Я не люблю все факты там. Тротуары, люди, машины. Пешеход это вообще смертный летишь. Кадры воспринимаем, они 70. Для них это нормально. А. Свернуть там. Мы как нам кажется, что они сейчас справятся, а для них это естественно. Да. А потом это попадет какой-нибудь больной, для которого это очень медленно. Кости были. А у меня там амбы посреди пенки выросли. У меня тоже были, но к концу ночи они перестали быть. С одной стороны, если лечь, там палатка мокрая, а с другой стороны, она Олеся. Надеюсь, не мокрая? Не знаю, она что-то кривая. Ладно, она зато мягкая. Она все время на Максима толкала.
Здесь зато мягкая. У меня там выбора не было, у меня эта кочка дурацкая, сама бы там полежала. Пойдут уже обниматься. Можно было бы к Вере накраситься, если бы были. Кстати, что вы это самое, действительно, в двухместную палатку втроем напихались? Это не тесно было втроем. Нет, там эти дурацкие кочки. Спокойный человек, она не бы сосновывается. Максим, пойдут уже обниматься. Че? Я слышала, они там оргию строили. Я там свалила от них. Блин, на черенке дурацкие ситуации попадали. Я пошла спать по-нормальному. Какие-то непонятные авантюры ввязываюсь, скажи. Хотя у нас там тоже кочки были. А? В нашей палатке тоже кочки были. Да нет, вообще, блин, сколько я с этими кочками приходилось весь кочек гадать. Че? Я нейтрально ко всему. Ну потом как-то не вообще совсем слышно. У нас 5 пива все. То есть на кого как? Намного не надо. Пиво-то оно не выходит быстро. У него замедленная реакция. А потом уже чисто привычка остается. Там были выигрышные яблоки, так, как-то.